А что у нас по телеку? Я Лариса Гузеева, и сегодня мы помогли найти двум влюбленным друг друга Доза и Леви. Хотите ли вы дозаняться вместе? Нет, новый кондитер, заходи. Какой интересный у вас торт. Это не торт. Что ж вы в финале, уносите это быстрее. Здравствуйте, к нам пришел сегодня необычный гость. Поведайте нам вашу историю. Здравствуйте, я Юнбум, и я сталкер. Да. Ой, бай, нашу шарагу показывают по телеку. Какого трупика? В этом здании обитает призрак, которого мы сегодня найдем. Здравствуйте, вы призрак, ой, бай, не тот. Тут нет никого, уходите. Неважно, мы найдем. Какого? Стой, это идея. Может быть, мы найдем что-нибудь о моем прошлом? Мне кажется, нет. Они не настоящие. Я знаю, давай просто их пранканем. Съемки. Я Саша, и я знаю, то он тут. Я знаю точно, кто-то умер. Я знаю. Вы серьезно? Я Том, и мне кажется, что тут он точно. Тут он сидел точно. Я Клава, он точно тут был и писал фанфики. Какого трупика? А еще у него была девка. А-а-а, пусть она остановится. Хватит. Какого ты останавливаешь съемки? Ты либо помогаешь, либо платишь штраф. Ладно, у меня идея. Какая? Я буду тебе говорить правду, а ты им будешь говорить неправду. Это гениально. Хештег всех троллите говорит неправду. Это не твоя тетрадь. Моя. Нет. Ой, бай, это он убил того мальчика. Да. Нет, я никого не убивал, я просто его вижу и разговариваю с ним. Ау, понятно, псих. Ура. Я пошел на свидание. Ок. Ой, бай, мама. Если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь и пишите, что хотите еще увидеть в двух словах. Всем пока.